Наша жизнь определяется качеством жизни. Мы обычно думаем, что качество жизни – это различные такие материальные составляющие. Это абсолютное заблуждение. На мой взгляд, качество, оно на самом деле определяется тем, как вы себя ощущаете. Потому что если вы несчастны, если вы тревожны, беспокойны, ну какое качество жизни? И вроде бы так просто, да, ну, как бы измени отношение к чему-нибудь и вот как бы относись так, чтобы не переживать. Вот все звучит вот совершенно, ну, красиво, я не против, я только за. Проблема состоит в том, что если у меня внутри что-то поломано, вот, а поломано-то оно на подсознательном уровне, что-то внутри человека не позволяет ему чувствовать себя счастливым. И если говорить про основную задачу психолога, то да, мы помогаем человеку справиться с проблемами, помогаем ему принять решение. Но самое главное, что мы даем человеку возможность получить качество жизни, не связанное с внешними обстоятельствами.